На острове Колгуев завершили съемки документального фильма о перелетных птицах. Группа орнитологов из Германии совместно с немецкой телекомпанией и российскими научными сотрудниками хотят показать весь жизненный цикл птиц на территории Германии, Ленобласти и Ненецкого округа. Что интересного обнаружили ученые, расскажет Любовь Пермякова. Процесс зимовки гусей снимали в Германии. Перелет птиц съемочная группа застала в Ленинградской области. А вот процесс вылупления птенцов снимали в Ненецком округе. Момент важный и трогательный. Так что ученые были в восторге. Остров Колгуев – это основное место гнездования гусей в округе. Здесь гнездится порядка 30% популяции белолобого гуся, порядка 20% белощекой казарки и вот гуменник. Это три основные гуси, которые гнездятся на этом острове. Вот. И еще задача была заснять процесс изучения гусей, то есть как научные сотрудники работают в поле. Несколько дней представители немецкой телекомпании Color Film, научные сотрудники из Германии и России провели в тундре, наблюдая за процессом появления птенцов. Это не первая съемка германских представителей. Уже несколько лет на острове Колгуев ведутся наблюдения за одной из самых крупных птиц. Идея зародилась в 2006 году, когда мы начали изучение гусей на острове Колгуеве как основном месте гнездования птиц. Были работы проведены по спутниковому мечению гусей, которые пролетают около 2500 километров от места зимовок к месту гнездования. И тогда зародилась идея собрать эти данные и сделать анимацию, как гуси мигрируют с этими датчиками, и снять, как это все происходит в природе. Съемочный процесс полностью завершен. Впереди монтаж. Организаторы съемок остались довольны работой и высказали пожелание к дальнейшему сотрудничеству. Удалось снять процесс вылупления, вождения выводка взрослыми птицами. Первый раз наша телевизионная группа попала в тундру. Очень сильные впечатления. Очень много птиц гнездится и нет нигде людей. Очень большие пространства. Погодные условия на этой неделе были тяжелыми. Много дождей и штормов, но у нас самые светлые впечатления. Документальный двухсерийный фильм продолжительностью 5 часов будет транслироваться на общественном государственном телеканале Германии. Кадры, снятые в процессе исследования, будут предоставлены для использования в Ненецком округе. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север».